В рядах общественной палаты адвокаты, медики, спортсмены, экологи и представители других профессий. Свои знания они готовы применить, помогая решать вопросы жителей района. А вопросов в адрес общественников приходит немало. Школьная 84, корпус 1. Жильцы этого дома жаловались на то, что в подвале собираются незаконно открывать магазин. За помощью обратились в общественную палату Ленинского района. В техническом подвале дома такие магазины не делаются. Крыс, мышей и тараканов хватает без него. И тем более погрузка, разгрузка под окнами квартиры была. Потом мы обратились к Ивлеву Владимиру Анатольевичу, председателю общественной палаты. Он нам помог, и это дело сдвинулось в положительную сторону для жильцов дома. Это одно из тех конкретных дел, что есть в копилке общественной палаты. За 3 года своей работы организация много раз представляла интересы жителей муниципалитета перед местной властью. И все же, как показал наш опрос, о деятельности общественников видном знают немемногие. Вы что-нибудь знаете о общественной палате Ленинского района? К сожалению, нет. Если честно, ничего не знаю. А наши здесь видны Ленинского района? Да, вы слышали про них когда-нибудь? Нет, не слышал. Что-то слышала. Можно обратиться по любому вопросу, спросить что-то, да? А вы никогда не пытались к ним обращаться? Нет. А если бы вы обратились, то по какому вопросу? Ну, пока вопросов нет. Когда будут вопросы, тогда обратимся. Один из способов общения – приемные, которые проводят председатели комиссии. В 2015 году мы вели прием граждан, но был другой совершенно адрес. Сейчас у нас с этого года поменялся адрес, я могу официально его назвать. Это школьная 77, здание МФЦ. Кабинет номер 13. В скором времени уже люди привыкнут, что мы находимся в МФЦ, и их будет больше гораздо. О графике приемов можно узнать в группе «Общественная палата Ленинского района» ВКонтакте. Также ныне избранный секретарь общественной палаты Вячеслав Краснонос дает бесплатные юридические консультации, где также можно узнать ВКонтакте. Александр Шишов, Владимир Бижонов, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.